Здравствуйте! В этом видео мы вам расскажем про особенности, уход и виды гейхеры. Гейхера – это род зимнезеленых многолетников, семейство камнеломковые, включающий около 60 видов, обитающих преимущественно в Америке. Виды гейхеры различаются формой и цветом листьев, окраской цветков, а также высотой и степенью опущенности стеблей. Растение получило свое название в честь немецкого профессора Гейхера. В народе ее часто называют горная герань. Это потому, что много сортов гейхеры можно встретить в горах и в лесу. Стебли гейхеры могут достигать высоту 50 сантиметров. А листья у растения различных цветов – зеленые, бордовые, коричневые и серебристые. Примечательно, что молодые листья всегда ярче и прозрачнее, чем взрослые. Некрупные цветки белой, розовой или красной окраски собраны в соцветия, которые зацветают в летнее время. Гейхеру издавна используют не только в садовых участках, но и в качестве лекарственного растения. Еще в Древней Индии с ее помощью снимали жар. Гейхеры предпочитают расти в полутени на дренированных, влагоемких почвах с умеренной влажностью и кислотностью. На тяжелых почвах растения развиваются хуже, поэтому требуют внесения органики. Некоторые сорта успешно развиваются и на солнечных участках. Окраска листьев этих растений становится более яркой и насыщенной. Гейхеры плохо переносят засуху, поэтому для сохранения влаги растения нужно мульчировать и своевременно поливать. В летнее время, дабы не обжечь листья, гейхеры необходимо поливать только ранним утром или вечером. Однако нельзя допускать застоя воды, так как корни растений начинают гнить. Гейхеры, тиарки, гейхерелы – это зимостойкие растения. И большинство из них отлично себя чувствуют в средней полосе. А есть новые сорта, которые под слоем снега могут переносить температуру до минус 40 градусов по Цельсию. На влажных участках и в полутени кусты разрастаются намного быстрее. А на солнце и в засушливый период растения требуют обильного полива. А про размножение, посадку и основных вредителей гейхеры я расскажу вам в следующем видео.